Так, всем привет, канал Багроса для наших новичок. Попробуем попроходить МГС Metal Gear Solid 5 миссии на миссии на эски. Так, будем вспоминать, что да как. Ну что, местно так, начнем с фантомных конечностей. Здесь я вроде воспоминания пролог сделано было. Тут, в принципе, ничего сложного, не попадается на глаза. Ладно, какие есть, те и будем делать. Сейчас посмотрю. Ну, в принципе, немало. В основном, грубо говоря, процентов 70. Это вот я вот последний там попытался на эске сделать всякие вот эти вот экстримы, шмипримы. Ладно, короче, поехали. Первое. Нулевую не считаем. Что нам надо сделать? Ого, фантомные конечности. Спасите своего старого напарника Казухиру, он был захвачен советским солдатом, допрашивается. Ну, короче, нам надо его просто эвакуировать. Местоположение не обязательно. Я уже не помню, где дочерить, что и брать надо с собой. Ну что, так, кстати, я хотел тут эту всю ерунду поменять. Ненужную мне. А что мне надо было? Сейчас сделаю, что мне надо было. Ладно, ничего не трогаем. Первый комплект. Первый комплект для нападения. Ну ладно, здесь будем менять. Выбор оборудования. Что мне тут надо? Я думаю, биться сильно не придется. Так, райфл. Ну, возьму эту винтовочку. Поменьше травы. Это нам не пригодится. Но дымовую, в принципе, можно взять. Так, может быть, почистить Снейка. А то он, бедолага, весь в крови. Интересно, он у меня еще не стал злым. Нет, все нормально. Ну-ка, киборг получил. Как оно выглядит? О, а может взять киборга попробовать побегать? Давайте попробуем, точно. Киборг-ниндзя. Маскарадный костюм киборга-ниндзя увеличивает скорость бега и дальность прыжков. А почему нет? Давайте попробуем, может нам там бегать придется. Правда, завалить могут. Ну ничего, ладно, не получится. Так, оружие взяли, это взяли. Тут я что хотел поменять? Ого. Тут у меня ОШП. Прям как для нападения. Ладно. А, ты чё, мне собачку не даешь, что ли? Не понял. Подожди, мне без собачки никак. А, понятно. Наверное, в этой миссии собаку не дают. Ну, тогда берем киборга. Ну что, погнали. А, ну даже видите, как срочно. Срочно так срочно. Сейчас посмотрим. Первая миссия нулевая на эску вроде бы. Фантомные конечности. Эпизод первый. Они пишут эпизоды, не миссии, эпизоды. Блин, смотреть, не смотреть эти заставки.
is under total Soviet control. Миллер был похищен 10 дней назад. Времени у нас мало. Буря скоро стихнет. Ты не можешь взять с первого раза. Привыкаешь? А, он на руку типа смотрит свою. Это ж не Снейк, поэтому не видно, что у него рука там другая стоит. Новая рука. Протез. Ты был в коме 9 лет, а теперь тебе надо в одиночку украсть на советскую базу. Неплохой разогрев. Ну-ну. Непривычно на киборга смотреть. Казумири, он ходит, совдогнает. Так, к северу отсюда. Чтобы найти это место, загляни в андроид. Да, это мы легко. Там они держат Миллера. Проблема в том, что мы не знаем его точное местонахождение. Сначала тебе придется его найти. А я тоже не помню. Ну вот оно, что нам. Ладно, закрывай дроид. У тебя же есть бинокль, можешь это, ну... Видишь дерево, правее, левее, правее, левее, правее, выше, чуть левее, там что-то есть. Вот там где-то, вон там, вон. Нашел дерево, приблизь изображение. Если что-то увидишь, захочешь, я расскажу тебе все, что знаю. L1. Ну и чё? Нажимаю L1, а ну. Нажал. Ну ладно, давай, короче, дергать. Можно ехать? Нет, братан. Look directly at the village and press the call button. Странно. That's VLO village, the VLO Calais. Жители деревни давно покинули ее зоны, после этого там обосновалась 40-я армия. И чё? Пару дней назад Миллера произвели здесь по пути в Дагуандайхар. Может, его след отыщется тут. Попробовать стоит, чтобы не потерять деревню, поставь на ней отметку. Хорошо, можно ослабиться, теперь ты точно не заблудишься. Не осталось не так много сил, 3 дня, не больше. Если ты не справишься, и он умрет, мы не сможем отомстить. Но нам нужна информация. Если ты просто заявишься, то и тебе, Миллеру, грозит смерть. Попробуй что-нибудь разузнать. Советский войск, другие базы, не только та, которую ты видел. Афганистан – большая страна. Тебе стоит привыкнуть подолгу рассматривать место в бинокль и научиться планировать каждый шаг. Да ну у тебя. Но где и как ты решишь, типа сам, полностью твой выбор. Теперь у тебя, я тебя оставлю. Слава тебе, яйца. Для тех, кто не видит своей жизни, не полюбует, ты легенда. Поэтому ты должен выполнить это задание сам. Оставь эти 9 лет позади и вернись к нам как большой босс. Каз бы хотел именно этого. Я буду помогать тебе по радио.
Будь начеку. Ни один телохранитель Миллера не выжил. А это были твои хроны, короче, на месте похищения мы нашли только их тела. Иди, и вот это. Ему будет их не хватать. А вернуть их ему можешь только ты. Вперед! Легенда должна вернуться в реальный мир. Так, здесь мы отметку сделали, здесь сделали. Так, лошадка хочет или не хочет она? Я хотел какануть. Ага, так, слезть, так, залезть. Так, опа, так. Тихо, 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 братан. Ты что-то прям... Ага, наклониться вправо, наклониться влево. Ой. Ладно, поехали, прокатимся. А, я же ночь взял. Ой, не взял, здесь ночи нету. Нахрен мне сюда, надо было сразу к этому бежать. О. Стой, 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 да-да-да-да. Ну да, это как начало миссии. Чё-то мне впадло. Слушай, если я рвану сразу туда, не буду голову морочить. Сейчас и проверим. А тут что у нас? Да и в жопу буду я сейчас запрашивать. А ничего у нас здесь. Гора. Мы идем сразу на ту точку. Не буду я напрягаться. Сначала осмотрись. А что мне там делать, в принципе? Что мне здесь надо? Что у меня в задании? У меня в задании... Казумира Миллер, эвакуировать и все, и, блин, голову не морочишь. Сразу, поперли, поперли туда. Мне его надо эвакуировать, и дело с концом. Мне ж на эску надо, да? Сделать задание, че, мне дополнительные не нужны задания. Упс, аванпост. Главное, чтобы машина не ехала. Хе. Давай, лошадь, пошла, пошла, пошла. Воу-воу, давай задний ход, не. Так,
Давай, 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 давай. Ёпсель-мопсель. Давай, давай, дергай, дергай, Вася. Короче, нафиг мне эта лошадка. Блин, а почему? Почти как Равин бегает. Сейчас и проверим, что это было за звуки. Ого. Вот, уже здесь. Хреново, что не ночь. Вот я думаю, он там где-то приблизительно, как сейчас вспоминаю. Ни охота ни на мину, ни на что не нарваться. Да-да, бегаешь как Райден. Я только вчера этот костюмчик получил. А, подожди, у меня аж ночного видения есть. Чтоб на минку не нарваться и людишек лучше видно было. Вот, сразу. Вычислил, скотина. Еще один. Так, а как тебя обойти? Увидел тоже. Падла. Сейчас придется тебя, наверное, допросить. Обошли. Да? Что мы дальше тут имеем? Ух ты! Касатка. Есть. Это мне нравится. Не оставляй тело на виду, тела на виду. Я сейчас, пока его оттаскивать буду, меня трамбанут. Так, мне ж надо кого-то допросить, по идее. Да, без собачки скучно. Та хоть подсказывает. Сейчас мы вот этого допросим, этого положим. А вот этого допросим. Подожди, не стреляй. Блять. Так, ладно. Ни хрена он мне не скажет, урод. Так, ладно. Солдатиков отметили. А этот что за тип? Типок там идет? О, узрел меня, скотина. Ну иди сюда. Вообще, Миллер здесь, не здесь. Я что-то и забыл. Блять, еще один узрел. Вот я. Я думал, он там. Он, наверное, не там.
И зачем я это сделал, спрашивается. Тот пошел сюда, да? Пойдем и тебя допросим. Здесь тайник алмазов. Короче, ни хрена никто ничего не знает. Так, этот скотина, он где, внутри или где? Да, этот внутри. Хреново. Ну, по крайней мере, знаем, где пару-тройку солдат. Так, ты куда идешь, братан? Сука, сюда идет. Блять, успел, сука, выстрелить. Падла. Всю малину обосрал. Никого здесь, а есть. Да, все правильно я шел, но косякнул. Что-то не успел его ударить. Ну, ладно, зато знаю. Давай, хватай его и дергаем отсюда. Я еще не знаю, с этим костюмом мне зачтется эска или нет. Нет, давай болтайте быстрее. Просто тут очень ярко. Так, эвакуация, да, нам нужна. Там, кажется, потом черепа будут или еще какая-нибудь хрень, я что-то уже... Давай, давай, давай. Нам надо дергать. Я спалился. Ну, зато у меня быстроногий верблюд. Под названием Киборг. Опа, нам пофигу. Мы погнали. Мы же умеем быстро бегать. Вот и все. Я забыл, как от вертолета уходить. Ой, блин, от этих. От черепов. Там приседал, садился. Сейчас вертолет, по идее, улетит. Туман. Я хочу кое-что тебе сказать. Так, я на точке посадки, а я тоже. Ага, и тут какая-то хрень сейчас начнется. Точно. Это Пикет. Так. Вместо облака глаз все это время ухожу с точки. Я так и знал, что ты скотина свалишь. Очковый вертолет. Я и так спалился, а вот они зябляки, появились черепа. Ой, бля, ой, бля. В принципе, хочется и пострелять даже. Ну ладно. Я просто не помню, я уже на эску спалился или нет. Так-то они меня не догонят. Не дай нас увидеть. Так. У нас нулевая видимость.
Так, где еще два? Присядь, братан. Забыл ли на лошади я ехал или как? Мы-то, в принципе, быстро бегаем, они нас хрен догонят. Если по чесноку. Чё стоим? Кого ждем? Пошли вон отсюда. Не, не хотят идти. Ко мне, что ли, идешь? Ну, видел. Ну и хер с тобой. Ну, тогда помчали. Ай, красавчик. Хотел сфоткать его рожу, не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, я погнал. Ты где, вертоплюйся? Мы бегаем хорошо. Нам не страшен серый волк. Вообще-то я могу их и пострелять. Винтовочка у меня нехилая. Ну, блин, попадают. Я чувствую, на эску я не пройду. Ну, ладно. Надо было мне их обстрелять. И было бы все very well. Я же пробую. Ну, что, переиграем? Проблема-то какая? Не тормози, братуха, не тормози. Попадают, да? И нахрен нам лошадка. Когда оно с такой парнишкой лихой. Я просто не помню, не отстанут, не отстанут. Туман, да, отстали. Все, просто надо было убежать, и все. Я что-то заморачивался по этому поводу. That's the unit that attacked us before. They came at us real fast in the same kind of mist. Man, survivors from 9 years ago were wiped out in minutes. I don't know what they want, but it's them. No mistake. All right. Good fella in. Винтовку я взял ту, которую можно было их загасить, если честно. О, и уже ночь наступила, когда не надо. Давай, 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 ныряй. Посмотрим, задание выполнено. То есть... С первого раза нужно было просто мне проверить, посмотреть, что да как к чему. И заработать эску. Если мы эску не зарабатываем, идем обратно. Расстреливаем нахрен всех этих черепов. Вы мне просто покажите, что я взял. Блин, вообще косяк. Нахрен себе в попец засуньте. Нам такое не надо. Так. Ладно. Делаем по-другому. Сейчас мы быстренько. Да, и даже смотреть не нужна мне ваша заставка. Сейчас все заставки прокидываем нафиг. Запущено. Так, ладно, погнали, повторяем миссию. Так, фантомные конечности, местоположение установлено, все. Окей, принимаем. Здесь у нас все взято, начинаем миссию. Хотя я мог даже взять, блин, надо было взять ракетницу, там же ж не показано.
А поддержку я не могу сейчас, наверное. Ну, в каких-то миссиях можно поддержки использовать, в каких-то нет. Там я уже знаю, где он находится. Мудохаться не буду. Лошадку не буду, сразу побегу. Надо было проверить. Это я потихоньку шел, просто не знал. Так, давай пропускаем всю эту шляпу. Пропускаем. Давай, 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 пропускаем. Я даже лошадь не хочу. Сейчас мы отмечаем. Вот она нам показана. Куда? Сюда. Погнали. Покажи, как ты умеешь бегать, да? Мы и так умеем бегать. Я сейчас скажу мирчика. Если не получится, как я хочу, но я хочу расстрелять их с винтовки. Ну, честно говоря, надо было взять ракетницу сразу. То есть я не знаю, если я сейчас поддержку вызову, мне надо будет этого скинуть Миллера где-нибудь. Попробую расстрелять их с винтовки. Да нафиг мне ваш бинокль, мы уже все знаем. Это ж, как говорится, пробная версия была. Пускай даже здесь увидят, не увидят. Тихо, ты чё, киборг? Киборг-ниндзя. Опа, там 800 метров осталось. Ты чё, бедолага? Сбил тебя, я не хотел, прости, родная. Блин, не успевайте все субтитры читать, блин. Так, а где меня тогда вычислили? Здесь? Эти солдафоны. Давай, 500 метров. Приближение где-то идут, да, эти солдафоны. Да и похрен, все равно убежим. Так, значит, мне не, нельзя было, чтобы его ранили, наверное, я так думаю. Черепа. Или делать, чтобы не заметили. Я его сейчас где-нибудь скину, попробую так. Просто, честно говоря, не помню, как я уже вешал, как проходил. Что надо для этого? Так, знак можно убирать. Блин. Главное не переусердствовать, а то опять сейчас рвану. Это, в принципе, их и завалить могу. Нет, а чё? Давайте просто не будем сильно их убивать. Попытаемся усыпить. Давай, давай, лезь, ты же нормально лазил. Так, вон-то скотина, которая мне по
помешало. Сейчас мы этого в ногу. Того надо было бы. А может, в башню можно? Нет. Сука, увидел. Я просто не помню, надо было это делать или нет. Нафиг тогда вас всех. Куда кто? Нафиг всех вас. Забираем братишку Миллера. И что получится, проверим. Ну и что ты? Ты спасать его собираешься? Нет, дурачок. Пока что не подходи к Миллеру. Слишком опасно, да? Ага, то есть шуметь не надо было. Это пропускаем нахрен. Все, погнали. О, а если я сделаю вот, вот так? А, он мне не даст, да? Я хочу, допустим, вот здесь. Сразу побегу туда. А если я сделаю вот так? Здесь туман тоже будет или нет? Да ладно. Чё, и черепов нет? Блин. Как оказалось, легко и просто. Сейчас проверим просто. Давай, давай, залазим. Сейчас проверим, что мы получим. С или нет. Просто надо было вертолет в другую точку, оказывается. И не спалиться, да? Если не спалиться, то сейчас переиграем. Не вопрос. Нахрен не туда лететь к этим было. Как я к черепам, правильно? А проверим. Что нам дадут? Если запалево. Еее! А кого ёперный театр? Вообще проще парень репа оказалось. Так что как-то так. А что, дадут нам за это, нет? Я напрягался. О, дали награды. Получена часть эмблемы, передний план, старая главная база. Ну, это уже радует. И теперь можно и заставочку посмотреть. Some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. Слишком долго будете трындить. Неохота все это. I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. Call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around, how to fight. Я пошел из разговоров мира подальше от агентов. Ладно, почитаю. Доставали деньги любыми средствами. Чем мы там только не зачем мы там только не занимались. Тра-та-та-та-та-та. Видишь это? Diamond Dog. Эмблемка. Наш новый дом. Призрак белых времен, былых вернее.
Призрак Триумф. И смерть. Нам не полагалось ни того, ни другого. Да. Я помню все. Вы побыстрее бы вспоминали, чтобы перемоточку не нажимать. А то времени потрачено и так было. Хотя оказалось тут 3-5 минут, блин. Сделать на S-ранг. Просто вертолетик в другое место отправить. Нас обставили как малых детей. Помоги мне, Снейк, это воспоминание из первой части. Ой, ну, из предыдущей. Скоро все закончится именно так, как я и планировал. Нет, по-моему, взорвется. Аризон. Когда вернешься домой, передай привет своему боссу. Так, ладно, посмотрим, где мы там эсочку получили. Что тут с цели испытания, что-то нам да. А, это сейчас не работает функция, так как без сети, чтобы сильно не тратились мои ресурсы. Так, список. А побочек нам не прибавилось, ничего интересного. А, сейчас навряд ли тоже, да? Ладно, не будем заморачиваться, смотрим. Так, все, эсочку взяли, фантомные конечности. Дальше мы будем брать, что воспоминания. Так, это нам не надо, нам надо будет путь героя, ладно. Всем пока, канал Багроса для наших. Увидимся в этой миссии скоро. Удачи и хорошего настроения.